Сахар в столице начали поставлять из стабфонда. Об этом сообщается на официальном сайте городского акимата. Отмечается, что дефицита сейчас нет. Для стабилизации цен продают сахарный песок по 260 тенге за килограмм в 10 торговых точках, а на коммунальном рынке на 10 тенге дешевле. Самая низкая по городу цена объясняется продажей без посредников и льготными условиями для арендаторов. Тогда как в обычных магазинах Астаны цена сахара превышает 300 тенге.